Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Sport Range Rover 2014 года выпуска. Замечательный автомобиль. Сегодня мы заменим втулки переднего стабилизатора. Появился шум. Подумали, что решили еще залезть посмотреть. На всякий случай проверим стойки стабилизатора. Втулки будем ставить оригинальные. Для этого сейчас поднимаем автомобиль и снимаем защиту. Защита здесь алюминиевая. Открутил 9 болтов и 2 задних болта там с пропилом. Их откручиваем просто не до конца, они поддерживающие у нас, и опускаем защиту. Втулки у нас лежат на подрамнике на алюминиевом. Вот они. Добраться до них легко. С одной стороны это точно, а со второй стороны немножко закрывает опора переднего моста. Но, наверное, сбоку. Сбоку сейчас пыльник снимем со стороны колеса. Вот здесь вот снимем пыльник и отсюда сможем подобраться. Поэтому трудностей быть не должно. Подрамник весь алюминиевый, автомобиль наполовину алюминиевый. Я так понимаю, рычаги тоже алюминиевые. Да, да. И даже цапфы алюминиевые. Втулки стабилизатора у нас вот с таким номером LR043584. Снял вторую половину защиты, тоже открутил подвеску здесь, противовес болтом на 13 крепится, откручиваем вот этих 3 болта на 13, кронштейн коробки крепится, сейчас объясню зачем, потом откручиваем болт, вот он сверху на 13, который держит у нас кронштейн подушки. На подушке, на подрамник, кронштейн переднего моста. Все это для того, только чтобы открутить передний болт втулки стабилизатора. Эту сторону, вот видно, я раскрутил болты здесь на 15. Правая сторона откручивается легко, а левая один болт нужно снимать. Вот этот кронштейн подушки. Сейчас поддомкратим редуктор и снимем кронштейн. Привязал этих 3 болта. Все, пошел у меня болт. Скажу, вот здесь можно было не откручивать вот этих 3 болта. Открутили вот этот балансир, противовес, и открутили верхний болт, который один. Поддомкрачиваем маленько мост, и у нас вот такая вот конструкция на гибком карданчике, который для пистолета. Я смог подлезть головкой на 15, и уже болт пошел. Откручиваем его. Втулку я поставил, хотел показать. Вот она легко, видите, сама снимается. Смазал ее силиконом сверху. И
верхняя скоба легко садится на втулку и также легко слазит с нее. А родная слазила плохо, потому что резина была плотно по металлу. А отвертками ее ковырял, втулки все равно на выброс. Втулки, честно говоря, не побитые. Там есть в одном месте только такой след, как будто она смещена была. Но раз уж полезли, мы ставим новые и затягиваем. Болты длинные, потому что подрамник алюминиевый, но затянуты были очень сильно. Видать, пистолетом на снятом подрамнике с двигателями затянули, поэтому пришлось покрутить. Протягиваю. Все, втулки стабилизатора я затянул. Опускаем и собираем обратно опору переднего моста. А ремни здесь остались старые, да? На вариаторе? Да. В нормальном состоянии? Еще нормальные. Угу. Болты наживил, затягиваем. Все, поставили. Болты снизу затянули и сверху болт затянули. Ставим противовес на место. Затягиваем и устанавливаем защиту. На этом замену втулок стабилизатора переднего мы закончили. Всего вам доброго!